На сегодняшний день санитарное состояние города остается самой злободневной темой. Ежедневно коммунальные службы производят вывоз мусора и бытовых отходов, а также проводится работа по облагораживанию улиц Хасавюрта. Несмотря на кропотливую работу, проводимую специалистами, этого, увы, недостаточно. Вся причина кроется в безразличном отношении горожан к вопросам чистоты и порядка, несоблюдении элементарных санитарных норм. В связи с чем с обращением к жителям выступил член постоянной комиссии управления коммунального хозяйства Шамсул Гудамагомедов. Чтобы каждый знал, что себе представляет коммунальное хозяйство. Это представляет основные потребители горожанам. Это вода, газ, электричество, уборку города. Все эти вопросы самые необходимые для нашего горожана. Наряду с несоблюдением правил санитарного состояния коммунальные службы сталкиваются с еще одной проблемой, такой как отсутствие сборов за вывоз мусора и утилизацию бытовых отходов, а также ряд услуг коммунальной сферы, предоставляемых населению как главная составляющая жизнеобеспечения города. В город порядка. В связи с тем, что руководство республики, федеральное финансирование очень сильно ограничено. Ограничено из-за того, что нет денег по всему России. Не только у нас это проблема, проблема по всему России. Поэтому наша основная цель — как можно больше собирать сборы на пользование коммунальными услугами. В своем обращении специалист коммунальной службы затронул и тему нецелевого использования воды, что приводит к ее нехватке в микрорайонах города. Шамсул Гудамагомедович в своем выступлении также подчеркнул, что со стороны горожан наблюдается равнодушное отношение к поддержанию порядка на улицах Хасавюрта. Все проводимые мероприятия со стороны коммунальных служб направлены на благоустройство города, соблюдение чистоты в силах каждого жителя, кому не безразлична судьба Хасавюрта. Вика Сулейманова, Тагиб Магомеднабиев. Информационная программа «Пульс».